Эй, а вот и мой любимый мастерный. Дите минутка поговорить о рейтинге твоей мастерской. Хочу дать тебе пару советов. Конечно. Кажется, тебе удалось привести свою мастерскую в нечто вроде порядка. Но скажи-ка мне, чем это таким ты тут занимаешься? Ой-ой, что ж, мне придется сказать тебе прямо, Макс, рейтинг твоей мастерской в этом месяце 5. Это неплохо, точнее, это плохо. Честно говоря, если бы достали сюда мастеров, не было такой проблемы. Наверное, искал бы тебе замену. Чего? Мы ждем от тебя большего. Поищи дополнительные поручения, поспрашивая местных лично. Может, им что-нибудь нужно. Лучше свое оборудование и снаряжение, чтобы браться за поручения посложнее. Я хочу сказать, просто взгляни на Миан. Ее дела идут хорошо. Она вполне может стать твоим боссом, если ты не поднапряжешься. Тебе повезло, что она из дружелюбных. Зайди-ка к ней, может, сможешь чему-нибудь у нее поучиться. Ох, ну не расстраивайся. Ты так, мастер. Только от того, что я не уважаю твои способности, мы не перестанем быть друзьями. До скорого и постарайся лучше относиться к своей работе. Так, это у нас был Ян. Приветствую тебя на канале Zalimax Games. С тобой Максим, и мы продолжаем играть с тобой My Time Soundtrack. У нас пришла посылочка. Посылочка. Так, отцы, у нас есть гидрогелевая дверь и гидрогелевая основа. О, так, я думаю, что что-то должны выбрать мы с тобой и создать вместе с нашей Миан. Так, из церкви. Сегодня вечером на городскую встречу 18:00, и мы прольем свет на данную тему. Мы понимаем, что ситуация с продовольствием плачевная, и после целой ночи дискуссии у нас, кажется, появилось решение. Сегодня 18, да? Так. Мастер Макс, мы вошли в пролом и убедились, что все твои слова оказались правдой. Как же мы удивились. Мы провели дыру, которая была запечатана домой. Она закрыта наглухо. Вероятно, это и есть источник монстров. Мы также сообщили случившимся министру Матильде. Она попросила нас ускорить разработку плана по изгнанию гитлеров из окрестностей. А также выдать ей награду за помощь все прилагаемую сумму. Так, гульды и немножко сушеной песчаника, да, еда. В глубине пролома еще есть несколько монстров, но мы не считаем их большой угрозой, поэтому он останется доступен как опасные руины, чтобы у тебя была возможность добывать там разное нужное сырье, когда тебе понадобится. Ладненько. Так, что у нас еще есть? Исследовательский центр, да, установка для улучшений. Получили. И рейтинг мастерской. Значок коммерции. Так, ну эта вещь, конечно, классная. Мы, значит, посмотрим, что у нас по созданию. Так, по созданию, обрати внимание, у нас есть гидрогелевая основа и гидрогелевая дверь. Что-то должны с тобой создать. Что вот это такое? Установка для улучшений. Бронзовое лезвие. Торговая гильдия, надо покупать. Мраморная плита, резиновая оболочка, крепкое дерево, стержень для крепкого дерева. Да, слушаем. Ресурсы, конечно, на следующее сооружение, оборудование. Просто очень удивительные. Это же сколько нужно вот собирать все эти ресурсы. Ладно. Давай посмотрим, что у нас на гидрогелевой двери, да, медные слитки, медная плита, кстати, медных слитков целая куча, медная руда, резиновая трубка, резина, медная руда, лавинная, бронзовая, бронзовые трубы, ой-ой-ой-ой-ой, очень такое вообще. Так, хорошо, а что основа? Основа, обработанная кожа, двигатель. Ой-ой-ой, это еще что такое? Заброшенные руины спасения Юфалы, пролом в руинах, магазин спасения Юфалы. Да, это нужно туда спускаться вниз.
Короче, что тебе сказать? Я, блин, я даже не знаю, что делать. Я просто не могу понять, что нам лучше создавать: дверь либо основу. Резиновая трубка, резина 18 штук. Подожди, давай сейчас глянем, что у нас тут есть с тобой. Так, резина. В принципе, есть. Здесь у нас медная плита. Так, а что здесь можно создавать? Где вот ресурсы? Так. Очень весело. Так, что мы будем с собой создавать? Так, ну здесь двигатель. Блин, я не знаю, двигатель это, конечно, очень сильно. Давай, наверное, гидрогелевую дверь попробуем создать. Блин, на это, конечно, уйдет. Бронзовые трубы. А где такое достать? Бронзовые слитки. Слушай, бронзовые трубы. Так, а где это? А, вот. На это нужно использовать слитки. А что у меня? Здесь нужна еще медная плита. Медная плита у нас создается вот здесь, да? Так, что нам с тобой сделать? Кстати, могу я сейчас увеличить, расширить двор? Ваш двор будет расширен. Максимальный бонус характеристикам должен увеличен. Очки здоровья. Максимальный урон будет. Защита энергия. За 1000 бульдов. Давай улучшаем. Так, увеличилась площадь, да, и теперь можно здесь создавать еще много строений. С одной стороны, это, конечно, хорошо, с другой стороны, это очень плохо, потому что так не хватает ресурсов. Так, медные плиты. Нужны медные слитки. Меня. Только обрати внимание, сколько надо ресурсов. Где я столько достану? Вот скажите мне, пожалуйста. А, скамейку можно создать. Давай посмотрим, что там по скамейке у нас. Блин, нужна кожа. Ладненько, сейчас быстренько. Несколько якмели уничтожим. Oh.
Так, отойди от них. Блин, я не хочу зацепить вот, всех остальных. Так, блин. Ого, нифига себе, что делает. В принципе, давай, наверное, вернемся. Я же думаю, по коже и по всему остальному у меня уже есть ресурсы. Так, готово. Тут мастеров задания обновлено. А, давай я, наверное, сейчас его выполню. Потому что основное сюжетное задание, блин, я не знаю реально, когда это будет готово. Потому что такое количество, да, вот ресурсов, которые нам нужны. Это будет очень долго. Так, подготовка. Три доски не хватает. Встреча. Ладно, давай быстренько сейчас на городскую встречу быстренько съездим. Посмотрим, что там за мероприятие и новости. К сожалению, по всему остальному, блин, много, реально очень много всего создавать. Потише, ну же, давайте потише. Мы все знаем, что гидрогелевый кризис очень серьезная проблема. Мы все скоро оголодаем до смерти. Нет, нет, мы не умрем, успокойтесь. Купы, у нас есть план, и кажется, что это лучшее, что у нас есть. Вам стоит его выслушать. О, спасибо. Вчера вечером мы с Мигелем и министром провели приблизительную инвентаризацию всех запасов продовольствия в Сенраке, и его окрестностях. Оказалось, что у нас достаточно еды, вероятно, что бы продержаться некоторое время, но еда распределена неравномерно. Ближе к делу, мужик, мы не можем торчать тут весь день. Точно, поэтому мы используем мою сцену, чтобы устроить танцевальный конкурс, где вам нужно пожертвовать немного еды, чтобы принять участие, а взамен у меня есть призы. На этом моменте ты потерял мое доверие, приятель. Что? Что-что? Для танцев я причин точно не вижу, когда мы тут на пороге голода, смертельного голода, до смерти голодных времен, согласно с этой мыслью, есть ли без драмы? Он имел в виду, что поскольку некоторым из нас повезло больше, чем другим, когда дело доходит до продовольственной безопасности, мы несем ответственность за то, чтобы общество в целом не выдержало это трудное испытание. Он добровольно предоставил свою цену и время, чтобы организовать сбор продуктов питания в форме конкурса танцев. Любой желающий может принять участие, пожертвовав немного еды, церковь может распределить еду среди нуждающихся. Мы покажем нашим противникам, что такое щедрость Сандрака. К тому же это даст нашим мастерам достаточно времени, чтобы закончить свои дела. Это имеет смысл. Я могу попытаться раздобыть немного консервов из Старого Мира, которые иногда можно найти в руинах. Я могла приготовить побольше блюд. Я тоже могла бы, хотя лучше не буду усложнять людям жизнь.
Черт подери, да это просто безумие, которое может сработать. Хорошо, министр, вы проведете свою продовольственную акцию, увидимся на танцевальном конкурсе. Либо придите, либо придете, либо пропадете. Пропадете до... Да-да, прекрасно, что вы на борту, дорогой Купер. А как насчет остальных? Могу ли я рассчитывать на то, что добрые жители Сандерка соберутся вместе и сделают первый в истории Сандерка танцевальный конкурс? И акцию по сбору продуктов питания ошеломляющим успехом. Ну, в принципе, все готовы, да. Великолепно. Подробности я вышлю по почте. На этом я объявляю городскую встречу закрытой. Идите в воду. Идите в воду. Так, Купер дает еще какое-то задание. Что? Не хочу. Реально не хочу. Так, А, мне же нужны еще деревянные доски. Не хватает. Я же на производство поставил. Так, здесь, а что у нас с тобой здесь? У нас здесь бронзовые слитки готовятся. Сколько их надо? В принципе, мне хватит, чтобы что-то создать здесь, да? Потом мне нужно будет создавать очень много медных слитков, чтобы получить медные плиты. До этого, наверное, придется, может быть, разобрать эту всю систему и создать еще вот такую одну печку. Реально это будет эффективно. Так, поговорите с меня. Пока еще не ночь, да, и она не ушла к себе домой. Смотри, смотри, текает. Блин, подожди! Я уже бегу! Переработчики не топливают. Так, отличная работа, у меня тоже все готово, давай сегодня хорошенько отдохнем, а завтра начнем нашу особую командную работу, не волнуйся, я найду тебя утром. Да чтоб тебя, блин. Я только приготовился, она уже идет отдыхать. Видишь, как, хотим мы с тобой или нет, к сожалению, не получится проходить нам сразу вот сейчас. Все это делается со временем. Так, обрати внимание, знания, да, я как-то вот мы с тобой проходим, я ничего не качаю. Есть 4 знания, которые мы с тобой можем улучшить. Это тоже реально очень даже круто. Так, здесь заполнение пошло. Так, что у нас с тобой здесь? Трубы, да, нам было создать. Вот они. Здесь создаются. Здесь мы создаем с тобой медные слитки. К сожалению, медные слитки только 10. Мало, конечно. Ага, и у меня уже нехватка идет ресурсов. По хламу, да, который можно использовать для розжига. Да, это уже реальная проблема. В принципе, по основному сюжетному заданию ресурсы не очень тяжелые. Вроде бы мне как бы хватает, но для этого просто, я же говорю, надо просто много всего. Сейчас идет упор на слитки,
Потом это слитки будем перерабатывать. И, конечно же, вот когда будет это все переработка, нужны еще какие-то там, да, вот отходы, которые мы будем добавлять до розжига, и вот будет производиться тот или иной материал. Вот здесь, конечно, теперь этого материала мне не хватает. Привет, партнер. Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь. Я подготовил маршрут для нашего турне мастеров. Первая остановка — железнодорожная станция. Пол там весь в дырах. Что ж, за работу вперед. Ну, пошли. Короче, мы будем еще ремонтировать весь город. Просто весело. Вот мы и на месте. Давай заделаем эти дыры. Вот так. А теперь следующая цель. Забор вокруг оазиса Мартл. Турне мастеров выдвигается. Кстати, смотри, здесь у нас есть сундук. Флюорид. Что это такое? Для чего это мне нужен этот флюорид? Это может быть камень, да, куда-то будем добавлять. Кстати, секундочку. Медные слитки. Давай это забираем. А здесь мы еще добавляем внутрь. Отлично, вот мы и на месте. Мне кажется, или здесь не хватает забористого ремонта. Смекаешь, ладно, давай подправим неприглядные участки и пойдем дальше. А мы с тобой неплохая команда, да, Макс? Справились во многом. Ну-ка, ну ладно. И следующее задание — выставка скамеек на городской площади. Видишь ли, однажды я заметила, как Виви гуляла по городу, выглядела очень уставшая. Вдруг я помнила, в центре города совсем не присесть, поэтому скамейки. Так, здесь у меня, в принципе, много, да, есть, но мало. Да, я хотел воды, конечно, купить. Мы-то сейчас очень много будем ее использовать на производство. Что это все такое раскидывание? Отбросы. Теперь пригодится. Похоже, что здесь подходящее место, согласись. Давай узнаем, что можно сделать с скамейкой быстрее. Внимание. Здорово. Но настоящие победители сейчас — это уставшие люди, которые жаждут сидеть. И теперь они могут отдыхать на этих замечательных скамейках. Знаешь, я думала, что здесь стоило бы добавить пустые цветы, но почва здесь такая бесплодная. Эх, неважно, мы сегодня хорошо поработали, Макс. Вот кое-что в знак моей признательности. Тебе не обязательно было помогать мне в этом деле, но я рада, что все получилось. Надо будет как-нибудь повторить. О, слушай, а вещь-то она неплохую дала, да? Медные... Сейчас. Если я правильно понял... Медные плиты дала. О, это то, что нужно. Как раз мы сейчас с тобой выполняем задание. И вот здесь это мне очень сильно пригодится. Так, здесь что у нас? Насквозь тащили что-то. Ну, я не специально, конечно, но ты знаешь, очень сейчас нуждаюсь в этом. Так, а у тебя что такое здесь? Хотите знать правила танцевального конкурса? Все же обожают правила. Все...
Но записываем я. Например, часть этого целого с ней нужно пожертвовать не менее 10. Так, значит, нужно что-то пожертвовать. Еще что-то пожертвуем. Так, а здесь мясо тоже пожертвуем. И давай вот это еще. И в принципе у меня больше ничего нету. Это добавит 32, а текущая сумма 74,2. Теперь вы записаны на участие в танцевальном конкурсе основной. В принципе, нормально. Так, письмо. Из церкви. Вчера вечером встречи вы решили, что через 2 дня пройдет первый свой танцевальный конкурс. Понятно. Будем участвовать. Будем участвовать. Так, вот здесь мы делаем с тобой медные плиты. 3 штуки. Сборщик красы. Мы сейчас еще немножко воды, может быть, создам, да? А, не хватает. Ладно, ладно. Здесь 4 медные плиты нужны. Бронзовые трубы. Так, ну бронзовые трубы что? И нам не хватает медные плиты. В принципе, сейчас все будет готово. Значит, добываем ресурсы. Слушай, по заданию получается, мы считаем, что его почти не было. Так, ждем. Давай. Медная плита. Есть. Готово. Отлично, гидрогелевая дверь. Готово, выполнено. Так, давай, значит, посмотрим. У нас, значит, сейчас будет сюжеточка выполняться, да? Что получается? Гидрогелевая гель у меня есть, и мне нужна еще гидрогелевая основа. Так, стоп, это что, реально? Я еще должен что-то создавать? Я на это, если честно, я не подписывался. Для этого нужно создавать будет очень много еще всего. Так, давай посмотрим, реально ли это так. В принципе, сегодня вторник, будет завтра среда. Дальше идут будут танцевальные пляски. Надо будет участвовать в этом во всем.
Здесь пожертвовать продукты питания. Так, это у нас пролом. Здесь у нас полный рабочий день. А не отставать от Ярмели. Так, какое-то задание. То есть, смотри, значит, двигатель у меня был, конденсатор, да, я добыл. При сражении гидрогелевый гель есть, мне нужна гидрогелевая основа. Блин, для этого, я не знаю, там надо огромное количество ресурсов. Давай посмотрим, что это такое. Нужна кожа, нужны двигатели. Двигатель у нас находится в Юфале, да, это у нас, блин, это шахта большая. Нужно бронзовое лезвие, купить еще. Короче, просто ужас. Для этого нужно еще покупать в торговой гильдии чертеж. Вот это мне надо. Да, это мне очень сильно надо. А проблема в том, что у меня много чего нету. Какой ужас, какой ужас. Я просто в шоке, честно. Я просто в шоке. Я на все остальное даже пока создавать не хочу. У меня нету ресурсов таких сумасшедших. Простая печь. Конечно, быстро. Она будет очень долгая, но очень интересная. Так, здесь что мы будем создавать с тобой? Здесь мы будем создавать с тобой. Почему я буду создавать здесь бронзовые слитки? Потому что здесь будет бронза создаваться, здесь будут создаваться медные слитки, и это все будет у нас до следующего часть чертежа. Это будет основа у нас. К сожалению. Кстати, по ресурсам надо идти, наверное, в пещеры Юфалы, и вот там полностью много чего разрушать. Нам нужно с тобой еще найти два двигателя где-то там. Может быть, придется опуститься несколько уровней. Плюс добуду медную руду, оловянная руда еще появится. Да. Также нужно будет еще создать медные трубки. А на это нужны слитки. Блин, ну даже не знаю, что делать. Слушай, я как-то даже не думал, что настолько будет все тяжело. Сейчас давай посмотрим вот здесь. У нас есть с тобой мебель. На 15, а здесь на 20. Лучше, реально лучше. Так, что мы тогда здесь тобой делаем? В принципе, я думаю, что реально нужно полностью
стать правым. Так, это у нас тоже. Так, важные инструменты для модернизации различных машин, чтобы приобрести в ближайших магазинах. Че это такое? Для чего оно нужно? Ага. Здесь у нас какое-то описание идет. Ладно, в принципе, я это пока все слажу. Я, в общем, освобождаю место для шахты. В шахту пойдем, насобираем много ресурсов. И вот это было, конечно, круто, потому что я думаю, что там много дисков. Попробуем еще потом создать кучу остальных ресурсов. Ну, точнее, вот чертежи там, да, музей. За это я получу что-то хорошее. Давай на этом мы заканчиваем прохождение My Time Soundtrack. Следующая серия начинается у нас, конечно же, в шахте. В принципе, у меня осталось времени уже совсем чуть-чуть. Мы отдохнем и сходим до... по максимальному возможности. Я попробую вот пробиться на самый низ. Найдем, может быть, какие-то ресурсы. Также нам нужны какие-то двигатели. Дальше у нас будет с тобой танцевальный конкурс. Постараемся, конечно же, выиграть. Не знаю, что за это я кто еще получу приз, но хотелось бы что-то очень ценное. С тобой был Zenimax Games, если тебе понравилось это игрушка моего прохождения, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй, и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик, чтобы знать о том, что будет новая серия, где я тебя уже буду ждать. На сегодня все, всем спасибо, всем пока.